Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, канал обо всем. Друзья, город Казань, Горьковское шоссе 53А. Посмотрите, какая красота здесь собрана. Я уже говорил, я вам могу показать, что такое конь педальный. Конь педальный, вот там две штуки стоят. И смотрит за коллекцией сегодня Даниил. Вот, пожалуйста, давайте мы познакомимся с ним. Приветствую, Даниил. Меня зовут Даниил, также Каргинов, Панасе Ассистин. Вот. Это чья коллекция? Мы его здесь, Наилина Римановича, Янгельдина. Янгельдина, хорошо. Да. Вот, собираем, хочу по одному, экземпляру. В основном, я, в принципе, сам, знаком с этими машинами, в детстве катался. У меня... То есть, вам досталось это? Мне досталось, да. Жалко, те машины, конечно, уже не сохранились, мы их подарили. Вот, но я сам успел покататься. В детстве была возможность. Ну, в принципе, сейчас я стараюсь сохранить, И приумножить. Да, сохранить существующие, потому что очень часто, вот эти машины, они уходят иногда за бесценок, на металлобазу. Ну, люди не разбираются, что... Для людей, то, что для людей считается хлам, для нас считается, для коллекционеров, бесценным. Бесценным. Это как часть души мы все-таки вкладываем. Давая вторую жизнь одному из таких антиквариатов, мы и себе частичку так, и в сердце настроение так хорошее. Вырабатываем, гормон счастья. Давайте, друзья, вон гормон счастья. Вот сел поколение, интернета, сел на живую игрушку, на коня педального, рад, счастлив. Также машина 35-го года, например. От передовиков. Он ГАЗ, да, считается? Да, ГАЗ. Горьков. Вот здесь. Вот. Пример 35-36-го года машина. Малыш, например, 74-го. Также машины 60-х, 70-х, 80-х. Еще брежневские времена в основном. Да, и потом провал. Да. Перестройка. Перестрелка и перекличка. Вот. В принципе, эти машины, не знаю. Друзья, слов нет. Мы познакомились со славным парнем Даниилом. Смотрит Даниил за такой коллекцией. Приумножает, как я понял. Очень трепетно относится. Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Друзья, подписывайтесь обязательно на канал. Будьте на этом канале. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. А вам большое спасибо. Есть. До свидания. Также участвуйте в гонке героев. Я являюсь тренером, продвигаю данный проект. Гонка героев это где? В основном на полигонах. В Алабин, например, проходит. А это бег с препятствиями. Один из видов, ОСР. Вот. Организатор Ксения Шойгу у нас. Проходит очень интересно. Почти как... Вот с таким человеком мы познакомились. Активный Даниил. Спасибо, до свидания.